Всем привет! Доброе утречко! Дашунка собирается в школу. Как всегда, кот Ивси. Кстати, это Фроська очень любит лестницу. Сидит на лестнице. Да? Фрося, Фросюша. Мурлыкая такая девчонка, да? Беня уже она сидит. Готов к выходу, к полету. Беня, Беня, что там вылезешь? Давай я тебя выпущу, иди. Давай. Особенно через окно. Угу. Сегодня он, как белый человек, вышел через двери. Чайок готов, пошла пить. Угу. Чайовать. И бутики. Бутики. А дай мне таблетку. Блин, мала, піди в рюкзаку візьмем. Мені, пожалуйста, таблетки. Вчора купила, я забулася витягнути. У мене теж чайок. Надо з утра покушати, щоб пити таблетку. І бутерброд у мене теж. І доїм уже цю штуку. Даша не хоче, вона одна осталася. Так, все. Зим її я. Спасибо. Взяла ще пластинки на 10 днів. Ну, звісно, Даня тут, як завжди. Куди ж тут без нього, воно розвалився. Приємного апетиту. О, Боже мій! О, Боже мій! Будь здорова. Кажу, будь здорова, алло. Ти що, ти чихаєш і уші закладаєш, що? Що, не чуєш нічого? Де? Рубашку не будеш підвертати? Буду. Будеш? Ех. Зав'язала б. А, можна і так, да. Хоп, раз, хоп. Дзвонила Васильовичу, говорить, мінус 6. Говорю, ну так нічого, мінус 6. Я вже чуть одежу перебрала. Освободилася сразу вешалка. Місце скільки появилося, да? Угу. Та нормально, нормально. Дай духи. То ти ж подухана, я вже чую, пахнеш. Ні. Які? Ти подожди. Щас. На виворіт же шапка. Алло, куди ж ти сунеш? Ай, Дашка, Дашка. Щас. Секунда, щас. Мені курточка не подухала. Секунда, щас. Шапка не подухала. Я вже, бляха, задихаюся. А ні, диви, як це ти трошки. Угу. Все. Та я що? Цілую, люблю пух. Я ж чуть-чуть дихаюся. Да, да. Так три рази і все. І хватить. Дай ключ бери. І думала, дай дух, я хотіла сказати. На. Не. Хорошого дня. Спасибо. Цілую, люблю. Джесі. Джесі вже на вулиці, я ж Даню вже вигулювала. Оно, ще один провожака. Угу. Це ж він зараз, чуєш, вийде, срака змерзне, через 2 хвилини вже буде бігти назад. Скільки время? Я його прогнала. Скільки время? 8:15. Бігом. Давай, Цьом. Рейсі. Хорошого дня. Рейсі. Дашенька поки пішла в школу. Я жарю рибні оладушки. Ось такі. Потім пожарю ще рибку. И оставила пузырь, тут есть 2 пузыря, буду жарить. Кто любит жареный пузырь? Знаете, есть жареный, а есть то из копченой рыбы, вяленой рыбы. Вытягивает пузырь и спичкой подпаливают, его типа на огне и кушают. Вот у меня Костя просто обожает пузырь. Именно вот такой, что подпаливаешь спичкой его и потом кушаешь. А я, если честно, чуть-чуть не догоняю. Как, не знаю, жуешь это, как резину, как калошу тебе в рот засунул, это жуешь.
Вот это мне это напоминает. Я не знаю. Не, я калоши не жевала. Ну так, образно вы меня поняли, да? И сейчас еще поставлю варить себе уху. Супчик такой рыбный. Сюда брошу сейчас лук, лавровый листик и морковку. Все, это будет мне рыбка. Вот такие у меня красивые вышли оладушки рыбные. У меня уже за сегодня второй прием еды. То я утром бутерброд с чайком попила. А сейчас варила себе супчик с рыбки. Здесь просто лук, морковка, зеленушка у нас сушеная и все. И очень вкусно, и вообще без картошки, без крупы, без какой-либо, в общем, вот только этот, рыбка, луковица, морковка и зелень. Все, и очень вкусно. Это у меня уже пожаренная рыбка и рыбные оладушки. Так, стоять, стоять, не падать. Подкрасилась. Немножко подкрасилась. И читала я ваши комментарии по поводу того, какой же ждет Дашеньку сюрприз. Да. Вы меня очень и очень хорошо знаете. И слава богу, что Даша не смотрит мои видео. Вот, я сейчас еду кое-кого встречать. Да. Мы сначала... Ну, то есть он сейчас сначала приедет в часть, ему нужно. Вот, а я приеду туда уже. И оттуда его заберу. Так что скоро все мы увидим Константина. Отпустили его в официальный отпуск на 10 дней. Вот, на 10 дней. Мало, конечно, я. Ну, что такое по сравнению с тем, что ты не видишь год, то есть дома нету там год. Привет! А ты говорила, что у тебя в 3.05 заканчиваются уроки. У нас раньше отпустили. Да? О, ты еще круто. Я раньше пришла, потому что меня еще задержали, там надо да. Спортзал было поговорить. Жесть, я вам рау. Вот это соревнование. Поставь обувь нормально. Ты знаешь? Да, соревнования у тебя же за физру еще. А, новый физрук да. Уже у вас, да? Я его увидела. Это я знала, кто на соревнования собирались, а мы увидели. Угу. И как он тебе? Нормально. Пока не вел это, да? Ничего. Не, он нормально. Зайчик, поставь сапожки на место. Ты голодна? Голодная? Нет. Нет? Я там это замариновала курочку и чуть заходи. И как его? А обувь так и не поставила нормально. И ты как кто? Его? Все, пока я ухожу. И картошку уже почистила. Она от крахмала стоит с самого утра. Даже ну неприятно мне, когда ты так делаешь. Ты лучше возьми на столе, он убери. Что ты за срач? Что махнула гриву и пошла. Не, ну серьезно, Даш, убери на столе у себя. Уберу. Там и твои есть. Бумажку. Ну, я сейчас заберу Ой. Свою. Там одно мое. А у тебя там вообще? Два. Бегу. Уже. Ну, Дашка вроде бы ничего не подозревает. Я себе молча говорю, я по делам. Та й все. Да? Щось в мене якось. Я наче мутна, ні? Ні, не мутнає? Скаже, мама, як ти могла мені не сказати? Блін, в мене така машина грязна. Слухай. Так, дивлюся, чи жидкость не витікає. В мене така машина грязна. Кошмар.
Вона так і каже: помий мене, помий мене, помий мене, блін. Так і каже: помий мене, помий мене. Гуп, стук. Нарі-на-на-най, най-нарі-на-най. Це Дашки буде сюрприз зараз. Щастя буде, боже. Це вообще. Щастя буде, я представляю. Знаєте що? Ми недавно все говорили, і сьогодні даже говорили, вона прийшла зі школи, говорить, там, говорить, розговорювали, говорить, на історії, говорить, типа, о політиці там розказували, это, говорить. И ну, такую тему разговаривали. И, говорит, я такая сижу и думаю, блин, говорит, так, ну, типа, давно уже папу не видела этот. У меня тут немає чем мыть, да? Хоть стекло помыть. Стекло грязное. Я говорю, да шо, ну шо ж зробишь? Молочу, ничего ж не говорю. Ох, и машина грязная, жесть. Жесть просто. Я в шоке. Так, я... Нет, стоп, блин! Привет, 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 привет. Сейчас засфильмуй. Привет. Зойчик умей. Сейчас я сниму. Рэмбит, ратузи, да? Да, хорошо, поехал. Поехал, поехал. Зайди. Мне не верится. А мне, думаешь, верится? Мне просто не верится, что приехал Всем Константин. Привет. Что приехал Константин. А я вчера снимаю видео, ну и рассказываю, же говорю, будет ли Даша сюрприз. Говорю, я тоже свечусь, говорю, вся счастье уже. А я не говорила счастье, просто говорила свечусь. И мне, короче, такие пишут, наверное, приедет Костя. Приедет муж, приедет Костя. Я такая думаю, блин, хоть бы Даша не почитала. Думаю, ну а я знаю, что она мои видео не смотрит. Я думаю, сейчас Дашка как прочтет, и у нее закрадутся мысли какие-то. А потом думаю, да что она прочтет? Она, если бы там что-то интересное, какое-то видео, может бы заглянула. А так, думаю. Да, правда, она так и не смотрела. Я рыбки приготовила, там и жареная, и вареная, и пареная. И какая-то, я не говорю сейчас тебе кушать. Ну, вечером покушаем. Этот, картошечка в духовке Даша поставила с курочкой. Вечером какой-то кинчик посмотрим, да? Да. Да, 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 да. Я нашел то, что тебе может понравиться. Да. Типа сказки «Доктор Стрэндж» и «Мистер Норрелл». 7 серий про волшебников. Про волшебников? Да. Это просто волшебно, что ты приехал. Тебе верится? Да я ехал все друга и не верил, ты что, ну, 10 месяцев почти меня не было. Да, ну да, да, почти год. Да, да. Блин, это капец. Просто я не знаю, я сама в шоке. Ох, да. Я ж смотрю, оно все какое-то. Бери такое камеру, выключай, прикольное. Бо я сейчас буду поворачивать, она, наверное, слетит. Сейчас Дашка будет в шоке. Дашулька, Дашунь, я уже дома. Привет. Диви, кого я тобі привезла. Я тебе подарунок привезла. Кого це я тобі привезла? Привет. Так дивиться, як зачаровано. Привет. И Даня, да, все встречают. Что? Привет. Я и встречаю, все встречают, Дашка, ну что? Я в шоке. То она так дивится на тебя, значит, что ты, че не ты? Да. Я убила собаку, он тяжелый. Да, да. Папу тебе привезла. Папу привезла. Ура. Вірю. Ти думаєш, чого я оці всі дні вдома? Ти на столі прибрала? Ні, така.
Я кажу, Даша, я весь дом кажу, ви цей дом. Ти кажу, на столі прибрала, на повісь, будь ласочка. Чудо. Зайчику на і ці повісь. Спасибо. Беня, любимый Беня. Кашидло. Кашидло. Спит с Дашей. А ты видела, я тебе фотки присылала. Кашидло. Он уже на улицу напросится, видишь? Я вижу. Он нашел тебе замяли. Да. А, Кость, тапки. Я приготовила и сюда их поставила в нычку. Держи. Обувайся. Мне надо берцы на сушку поставить. Держи. Запекаю. А ты поставь, можешь поставить вот здесь край их, на этот. Да не, оно вот туда. И еще одну запекаю. Да. О, сразу запотела камера. Ну что, у нас тут почти готова курочка. Угу, с картошечкой. Даша, ну как тебе сюрприз? Я просто в шоке. Да я вижу, ты, я не пойму, че ты счастливая, че ты расстроена, че ты непонятно какая. Шоколадка. Конфетка и какая-то. И... Да? Кокосовые. А она любит кокосовые. Кокосовые. Всем вредным, да? Ой, блин, аж не верится. Не, сейчас полезное. Что-то надо съесть. Так, это я сейчас что за ныку? Бутерброд хочу. Мне так как-то непривычно, Кость. Вообще непривычно, что ты дома. Аж не верится. Да. Ну и вообще, вообще так, не верится. Переодевайся. Так, все, переодевайся. А я буду петь. Only you. Одни штаны, вторые штаны, третьи помнишь, штаны. Вообще, да. Честно, не помню. Ну. Давно его не использовал, нашел в рюкзаке. И он нормально работает? 5 часов лупашит. Что, серьезно? Вот это манюсенькая. Вот это манюсенькая штука. Вот это 5 часов работает. Да, ну он, конечно, затухает, но в полной темноте, когда сидишь, света нету, то, ну, 4 часа он стабильно, на 5 он уже тухнуть начинает. Слушай, прикольно. Ну что, я сделала салатик еще, рыбка жареная, блинчики, и Даша курочку зажарила, сырок и колбаска. Вот такое у нас меню. Слушай, прикольно. Надо, я померяю. Ну что, на сегодня я уже откладываю камеру в сторону и буду проводить время с семьей. Приехали на Гавайи. На Гавайи, да. Мы очень рады, что Костя приехал. Хоть на эти 10 дней, хоть чуть-чуть, но побудет дома, побудет с нами, с Дашенькой. Даша очень счастлива. Даша просто ходит до сих пор в шоке. Она говорит, я просто не верю. Я говорю, Даша, ты говорит, хоть обрадовалась. Она говорит, мам, я просто, говорит, не верю, что папа приехал. Будем фильм смотреть? Да. Сейчас будем кушать и смотреть сериал, фильм. Ну, он реально достойный. Британский. Да. Угу. Вот так. Что нужно для счастья человеку? Чтобы его близкие, чтобы его родные, любимые были рядом с ним. Да? Здоровые. И рядышком. Мышку. Да, моя мышка. Моя мышка. Мишун. Мышунка. Мышунка. Мишутка. Всем пока, до новых встреч. До завтра.